Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами Ulefone Note 8P. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне записать звуки. Для того, чтобы это сделать, нам нужно вот так вот свайпнуть и перейти в приложение Диктофон. Где мы это будем делать? Нажав слева на кружочек, мы начинаем запись, то есть наш голос начинает записываться. Слева мы можем поставить запись на паузу, справа мы можем ее завершить. Дальше мы можем удалить ее или сохранить. Я ее сохраню. После чего нам говорят, что запись была сохранена. Мы можем найти ее, нажав вот тут вот на этот ползунок и прослушать. Давайте это и сделаем. Давайте сделаю погромче и включу ее. Мы начинаем запись, то есть наш голос начинает записываться. Слева мы можем поставить запись на паузу, справа мы можем ее завершить. Теперь мы здесь справа сверху можем нажать на три точки, включить режим записи и вернуться, к примеру, обратно. Ой, куда я вышел? И нажав сюда, зажать нашу запись. Тут мы можем ее удалить. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!